Приветствую вас, товарищи и господа. Ну что же, мы долго этого ждали. Поздравляю вас с выходом столь долгожданного обновления. В нем столько всего добавили, что на игру можно сделать очень много обзоров в будущем, что очень хорошо. Но пока я предлагаю в этом видео разобрать поверхностно все, что было добавлено. Давайте начинать. Помните ли вы о сообщениях, что в игре появятся дни и ночи, а также времена года? В общем, я должен вас разочаровать. Такого в игре нет. Но появились эпохи, что намного лучше того, что нам могли предложить. По моему мнению. Итак, нам в игру добавили некие 10 эпох. Каждый из них длится примерно 50 лет. Давайте их рассмотрим. Первая эпоха надежды. По сути, обычная эпоха, не приносящая ничего особенного в игру. Просто скорее как начало для вашего мира. Эпоха солнца. Экран посветлеет. Пожары станут опаснее. Появляются они сами. Из них будут спавниться огненные существа, раскидывающие огонь дальше, атакующие героев. В общем, очень геморройно и опасно, я думаю. Эпоха тьмы. В игре наступит ночь. И, судя по всему, по описанию, монстры станут сильнее. В игре даже существует специальная черта. Ночное создание, или как-то оно там называется. В общем, она будет давать дикие бонусы тем существам, которые обладают ею. Эпоха слез. Мир будет бесконечно заливаться слезами. В смысле, дождевыми облаками. Луны. Эпоха лун. Собственно, в эту эпоху мир будет купаться в сияющем сиянии луны. Мало что сказать о эпохе, но что точно, там есть ночь. Эпоха хаоса. Говорит сама за себя. В мире появятся кровавые тучи. Разгневанные существа будут превращаться в демонов. Мир будет на грани уничтожения. И снег с гор оттает тоже. Эпоха чудес. В описании говорится о том, что все маги становятся сильнее, а с неба будет капать дождь, выдающий юнитам щит. Эпоха льда. Мир покроется в лед и снег. Одним словом, зима на 50 лет. Эпоха пепла. По всему миру пойдут пепельные облака, дарящие замечательную черту кашель и пепельную лихорадку, что очень как бы смертельно. Не советую в эту эпоху вам жить. Ну и самая последняя и, наверное, жесткая такая эпоха — эпоха отчаяния. На карте все покроется снегом, как и 50-летие льда. Но, за исключением того, что по всему, так сказать, по всей карте будут появляться снежные существа, терроризировать поселения и цивилизации. Очень опасно. Очень опасно. Ну вот, думаю, что 40% фишек из биомов я рассказал. Можно идти дальше. Дипломатия. Эпохи — это, конечно, хорошо, но отныне есть и крупные обновления дипломатии. Во-первых, объявление войн рандомному государству теперь объявляет войны сразу всем. То есть, привет, тотальная война. Но как же объявить войну государству? Ну, есть шепот войны, позволяющий выбрать государство, которое нападает и куда нападает. Спасибо разработчику, это даже удобнее, чем было. Продолжаем тему войн. Было добавлено окно самих войн, а также список имеющихся. Теперь можно узнать все государства, участвующие в войне, и многое другое. Даже потери узнать. И участников, и армии тоже. Кланы. Короли и наместники в поселениях создают кланы, то есть, по сути, семьи. Привет, Family Tree Mod. Эти семьи могут вести, так сказать, интриги в государстве и даже устраивать восстание. Собственно, механика гражданских войн тесно с ними переплетается. Слабые кланы, восстаний не будет.
По крайней мере, я проверял это, заметил. Альянсы? Королевства отныне могут делать свои альянсы и коалиции. Ура возрождением альянсам в ВББ! Правда, пока что ими невозможно управлять, создаются и распадаются они сами по себе. Ждем модов. Все, вот это вот, это дипломатические действия. И это, конечно, хорошо. Но неужели их выполнение никак не изменилось? Ага, конечно. Привет, вкладка планов и намерений. Здесь показываются идеи кланов восстать, сторонам присоединиться к альянсам, объявлять войны, создавать альянсы. Ой, да и многое такое другое интересное. Тут даже указывают участников событий. А также через какое-то время эти события могут произойти. То есть появилась, по сути, шкала прогресса. Обновились почти все интерфейсы. Появились новые черты. Вот даже некоторые, которые я нашел. Последние даже на категории разделили. Наконец-то мы можем увидеть статусы юнитов. И нет, их не добавили, как говорят многие. Они существовали и до этого. Добавили некий монолит или что-то на него похожее. Не знаю, что он делает, но в теории увеличивает развитие поселений. Это мне подсказал один из дискордовец. Присоединяйся к нам в Дискорд, там интересно. Также были изменены анимации огня и много другого. Добавлена анимация шахты. Ну и, наверное, самое атмосферное. Музыка и звуки различных действий. Просто послушайте это. Думаю, это немного бесячее, но довольно интересно. И если вас все-таки это не устраивает, то в настройках можно уменьшить громкость или вообще это все выключить. Многие уже называют обновление самым лучшим из всех выходивших. В принципе, я думаю, что Дурка со мной будет согласна. Это лучшее обновление из когда-либо вышедших. А я прощаюсь с вами. Прошу, не забывайте Дурку.